Но в начале выпуска о пожаре в Красноярском крае. 3 человека погибли и 9 пострадали. Горело здание мэрии города Дудинка. Из огня удалось спасти около 50 сотрудников и посетителей. Причиной возгорания стал поджог, который, как предполагают следователи, устроил 63-летний мужчина. По предварительным данным, он разлил бензин в фойе. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Устанавливается мотив преступления. Есть информация, что пенсионер обращался в администрацию для решения вопроса о выделении жилья, но его не устраивали предложенные варианты.